Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа «7 минут». И сегодня у нас в гостях Мария Юшина, представитель автошколы «Импульс». Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Сегодня у нас в Рязани огромное количество автошкол. Если можно, несколько слов именно о вашей автошколе и почему вы бы посоветовали обращаться именно к вам. Наша организация находится на рынке автошкол более 3 лет. В январе 2015 года наша автошкола успешно прошла переаттестацию в связи с требованиями нового федерального закона. Нормативно-техническая база полностью соответствует этим требованиям. Мария, сегодня, когда мы выбираем автошколу, да, куда пойти, для нас важное значение, что имеет, во-первых, цена. Ну, наверное, это самое главное. Вот если говорить о цене в вашей школе, может быть, о каких-то условиях оплаты, можно ли оплачивать в несколько этапов? Стоимость обучения в нашей автошколе в настоящее время самая низкая по городу. К тому же каждый месяц мы проводим разные акции. Предоставляем скидки населению. Соответственно, обучение в нашей автошколе доступно практически всем жителям. Я училась уже давно, не знаю, изменилось ли что-то с тех пор. Какое время сейчас обучаются, вот по времени сколько занимает? Срок обучения 4 месяца. Этого вполне достаточно для освоения новой программы. Это 136 часов теории и 56 часов вождения. Обычно, когда идут в автошколу, я просто вспоминаю себя. Для меня самое важное было, какой же инструктор мне попадется. Потому что девушки, наверное, не только девушки, не всегда все схватывают с самого начала, да, кому-то, может быть, это немножко не дано, и всегда где-то внутри такой страх, что инструктор, ну, там, будет недоволен, как-то, может быть, не найдешь с ним общий язык. Вот те люди, которые работают в вашей школе, не знаю, какой подход они к клиентам используют и как вообще всем ли удается найти общий язык с учениками? Наш преподавательский состав – очень грамотные специалисты, высококвалифицированные специалисты с огромным опытом работы в данной сфере. И, соответственно, что преподаватели, что инструкторы, они всегда найдут подход к каждому ученику. Мария, какие вы могли бы назвать отличительные черты вашей автошколы от других школ? Может быть, у вас есть какие-то оригинальные нововведения? Наша автошкола идет ногу со временем. Нами был разработан онлайн-сервис, который включает в себя видеолекции, аудиолекции и экзаменационные задачи в тестовом режиме. В любое удобное время наши ученики могут повторить какую-то тему, прорешать экзаменационные задачи для того, чтобы подготовиться к экзаменам. Также этот сервис очень удобен для молодых мам, людей, постоянно занятых на работе, собственно говоря, для всех желающих. Обычно еще очень многих интересует вопрос, на какой же машине я буду учиться ездить? Какие машины входят в ваш автопарк? В нашем автопарке все новые иномарки. Это Kia Rio, Skoda Fabia, Nissan Almera. Есть также и отечественные автомобили. Все автомобили в прекрасном техническом состоянии с механической коробкой передач. После получения водительского удостоверения, если человек учился на механической коробке передач, он может ездить как на механике, так и на автомате. Скажите, а можно вот на сегодняшний день отметить, кто больше, кто чаще идет учиться по гендерному признаку, да, мужчины, женщины, и по возрастному? Потому что сейчас ездишь и видишь, что учатся, ну, такие дамы уже в зрелом возрасте. Вот у вашей школы какой, так скажем, контингент? В нашей автошколе представлены все возрастные категории. От 16 лет и до пенсионного возраста. Каждому мы находим индивидуальный подход. Все люди особенные. В настоящее время, так как лето, каникулы, идет наплыв школьников, которые не хотят тратить свое время зря и идут учиться.
Сейчас ведь можно идти обучаться уже с 16 лет, так? Да, федеральный закон это позволяет. Но водить можно все равно только с 18. Да, конечно. А не потеряются навыки вот за то время? Сейчас, допустим, человек в 16 лет отучился, да, а за рулем сможет сесть только в 18. Есть ли смысл идти учиться вот заранее? В этом случае мы предлагаем курсы повышения квалификации. Любой желающий, или человек, ожидающий совершеннолетия, или человек, имеющий права, но не имеющий опыта вождения по определенным причинам, может взять дополнительный курс практического обучения в нашей автошколе. Наверняка в каждой автошколе вашей, в том числе, ну, какой-то процент людей, не сдавших экзамен, все равно присутствует. Вот какие основные причины того, что люди не проходят вот эти испытания? Основной причиной является, конечно, волнение. Когда человек идет на экзамен, он не знает пока, что его там ждет. И, естественно, волнуется и не сдает. Как показывает практика, во второй раз этот человек успешно сдает экзамен. Некоторые люди задумываются над тем, когда же лучше идти учиться. Ну, мы сейчас не говорим о студентах, у которых лето свободное, да, мы говорим о людях, которые работают и считают, что вот летом проще, ну, потому что сухой асфальт, да, а некоторые, наоборот, идут учиться зимой, весной для того, чтобы приобрести навык вождения в более суровых погодных условиях. Вот вы как бы посоветовали, в какое время наиболее удачное для обучения? Как я уже говорила, наши инструкторы имеют огромный опыт преподавательской деятельности. Поэтому я бы не сказала, что время года кардинально влияет на навыки управления транспортным средством. В любое время года, если рядом с вами хороший преподаватель, он научит вас ездить изумительно. Кстати, у вас сейчас никаких акций не проходит в школе? Может быть, вот именно сейчас кто-то нас смотрит, услышит об этой акции и решит прийти учиться именно к вам? У нас каждый месяц интересные предложения, но именно сейчас действуют огромные летние скидки, поэтому для желающих сэкономить свое время и деньги наши двери открыты. Мария, большое спасибо, что вы сегодня к нам пришли, рассказали о вашей автошколе. Желающих получить права всегда очень много. Я надеюсь, что они придут именно к вам. Я напоминаю, у нас в гостях была Мария Юшина, представитель автошколы «Импульс». Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы увидимся с вами в следующих выпусках. До встречи!